В этом году в Нижнем Новгороде продолжится масштабный ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По плану предстоит обновить асфальт на 26 участках протяженностью 30 километров. График перекладок инженерных сетей ресурсоснабжающими организациями был составлен заранее. В первую очередь будут ремонтировать участки, нуждающиеся в капитальном обновлении. Нижегородский водоканал в этом году включил в план перекладку по 20 участкам на водопроводных сетях и 12 на канализационных. На 3 участках работы уже завершены. В настоящее время на ряде участков специалисты подготавливают дороги к масштабному ремонту, выставляют аншлаги, демонтируют старые бордюры. Основной объем работ планируется выполнить до празднования 80-летия города. Мария Бурова, Юлия Калинина. Время новостей.